Глава правительства России Дмитрий Медведев выступил с критикой в адрес Франции, поддерживающей сирийскую оппозицию, назвал это решение неприемлемым, так как оно может быть приравнено к смене режима. По мнению российского премьера, судьбу режима Башара Асада и его личную судьбу должен решать народ Сирии. Напомним, Франция одной из первых признала оппозиционную коалицию в качестве законного представителя сирийского народа. Дело вот в чем. Если говорить о военном сотрудничестве, то оно возникло не сегодня. И это военное сотрудничество всегда носило абсолютно легальный, по сути, открытый характер. Мы никогда не поставляли режиму действующего президента ничего такого, чтобы не укладывалось в международные конвенции. Все, что мы поставляли, это оружие для обороны от внешней агрессии. И второе, у нас есть контракты, которые мы обязаны исполнять. Мы не знаем, сколько просуществует тот или иной политический режим. Это дело самого государства, самого народа. Значит, если мы прекращаем какие-то поставки, начинаются международные санкции.